Вопрос свободы вероисповедания отправил членов форума 12 этой весной в дальние страны. Старейшина Далинха Оукс посетил Буэнос-Айрес и встретился с аргентинским советом по международным отношениям, донеся до его руководителей послание о том, как свобода вероисповедания защищает широкий спектр верований и уважает тех, кто не ассоциирует себя с конкретным вероисповеданием. В это время старейшина Де Тото Кристоферсон посетил бразильскую мечеть в Сан-Паулу, одной из крупнейших мечетей в Латинской Америке, и встретился с мусульманскими руководителями накануне своего выступления на португальском языке перед разнородной в религиозном смысле аудиторией. Он хвалил Бразилию за ее удивительную позицию в вопросах свободы вероисповедания, отметив при этом все социальные выгоды, которые получают те страны, где люди могут свободно исповедовать свою религию. В США президент Дитер Ф. Угдорф выступил перед учеными в Университете Южной Калифорнии с приветственной речью на симпозиуме, посвященном Джону А. Уитсоу в студенческом городке Уюк. Президент Угдорф говорил о том, как воплощать в жизнь Христову любовь. Этот путь веры поможет человечеству в будущем избежать многих трагедий исторического масштаба. Спасибо за приглашение и возможность быть с вами в этом уникальном, особенном студенческом городке. Старейшина Квентина Л. Кука, члена кворума 12, пригласили выступить 27 мая в Сиднейском студенческом городке школы права университета Нотр-Дам, Австралия. Мы должны не только защищать свою способность исповедовать свою религию, но и защищать право каждой религии определять свои собственные учения и законы. Ежегодные лекции, посвященные свободе вероисповедания, были организованы в школе права университета Нотр-Дам 4 года назад. И в этот раз впервые лекцию читал иностранный эксперт в области религиозной свободы старейшина Кук. Когда другие видят доброту в людях и семьях, доброту, которая берет начало в сильной вере и характере, они с большей вероятностью будут высказываться за свободу вероисповедания, позволяющую нам быть теми, кто мы есть. Большое спасибо.